что наша дочь окончила аспирантуру. А почему не верится? Не глупее других. Ты бы, кстати, тоже могла окончить, уже преподавала бы в университете. Не до того было. Помнишь, какие времена? Денег нет. И потом. Не в школе хорошо. И потом. Если бы ты пошла в аспирантуру, наверняка бы нашла себе какого-нибудь доцента, а не работягу-ремонтника. Дуралей ты мой, старый. Да и счастливо было бы, если бы Снежаночке так же с мужем повезло, как и мне. Кстати, ей нужно о семье подумать. Все-таки 27 лет уж. Ох, сейчас карьера на первом месте, а личная жизнь на втором. Я бы от внука не отказался. А я от внучки. Мечты, мечты. Ну ты посмотри, какой путь наша Снежана проделала. Институт, магистратура, работа в школе, аспирантура. И что, после этого домохозяйкой становиться? Нет, поверь мне, наша дочь еще профессором станет. Заметила? Поплова просто распирала от гордости за свою протеже. Алена, не начинай опять. Только не говори, что ты не заметила, какими глазами он на тебя на защите смотрел. Тебя же не было в аудитории. А щели в дверях были? Ничего такого в глазах не было. Было-было. Я тебе говорю, он к тебе неравнодушен. Ты хочешь, чтобы она, как и ты, с головой в работу ушла? Я и так тебя почти дома не вижу. Я там подкрутил, тут подвинтил. Разве это работа? А у нее такие перспективы открываются. Пришла. О! Ух ты, пир горой. Поздравляю. Спасибо. Ну, я тебя поздравляю. Слава. Ну, в общем-то, конечно, ничего особенного, подумаешь. А это для тебя ничего особенного. У нас праздник, садимся, садимся, садимся. А если серьезно, без вашей поддержки у меня бы ничего не получилось. Я вам так благодарна. Чего там? Это ты у нас большая молодец. Завтра торжественное вручение дипломов. И я очень хочу, чтобы на этом празднике вы были рядом со мной. Что ж, вместе и поедем. Ты же говорил, у тебя машина сломалась. Ну, говорил. Во-первых, я починил, а во-вторых... Надеюсь, ты нас везешь. Ты что? А ты посмотри в окно. Мы с папой решили подарить тебе машину. Ну что, нравится? Подаете, она же такая дорогая. Не дороже денег. Можем себе позволить. Спасибо. Я не знаю, что сказать. Это шикарный подарок. Предлагаю обмыть и машину. И защиту. Ура! Ура! Гриш, попозже. Что, пап, болит? Боющий не помогает нам. Помогает. Помогает. Ты сядь, Гриш. Сядь. Я хочу напоследок рассказать тебе кое-что очень важное. Пап, ну ты что, мы с тобой еще в этом году на рыбалку соберемся. Тебе чуть легче станет, ты рванем. Мы же оба знаем, что не станет. Но дело не в этом. Посмотри на эту вот девочку. Красивая. Твои гены. Мама, носите фотографии, где я совсем маленькая. Когда вы меня из роддома привезли, разве вы не делали фото? Делали, конечно. На всех снимках мне уже как минимум года 3, младше нет. А где фотографии в коляске, в пеленках, распашонках? Тебя папа в то время очень часто снимал. Так где же они?
Потерялись при переезде. Жаль, конечно. И правда жаль. Ну вот. Теперь ты все знаешь. Я тебя очень прошу выполнить мою последнюю просьбу. Пап, на информации очень мало. Гриш, у тебя получится. Для меня это очень важно. Я постараюсь, мам. Па, а может, я на твоей буду ездить, а ты себе новую возьмешь? Даже не заикайся. А что-то так рано. Мы же вместе собирались ехать. Мне в институт надо пораньше. Организационные дела. Ну, седлай своего коня. До скорого. Не лихач. Михаил Саныч, мое почтение. Александр, добрый день. Могли бы к нам подъехать сегодня в ресторан? Очень нужна ваша помощь. Оксан, слушай. Саш, посмотри, как тебе? Да ты в любом платье, красавица. Звонил клиент из ресторана. Нужно подскочить. Там морозилка сломалась. Давай вечером. Ну, подождут, никуда они не денутся. Не могут они ждать. Через несколько часов продукты портиться начнут. Директор и так уже на ушах стоит. Пусть другого мастера найдут. Ты же не один в городе. Они денег предлагают. В два раза больше, чем я обычно беру. За срочность. Ну, обидно такой случай упускать. Тем более нам еще кредит за снежную машину платить. Ну, а институт? Ты же опоздаешь. Успею. Там работы на полчаса. Наверняка с контактами проблема. Такое было уже, оборудование старое. Так что к двум часам вернусь. Точно? Железно. Очень любезно с вашей стороны, профессор. Для такой, как вы, все что угодно. Спасибо за комплимент, месье. Что, защита высшей квалификационной работы позади. Можно немного расслабиться и отдохнуть. Можно. Но сразу же взяться за кандидатскую. Тема у вас хорошая. Потенциал ученого, характер, энергия. Все у вас есть. Спасибо, я подумаю. Да что тут думать? Я думаю, что после защиты место на кафедре для вас найдется. Дима, ты не веришь. Втрескался он в тебя. Седина в бороду, прекрати уже. Он за все время нашего общения ни делом, ни намеком не дал никакого повода. Это потому что ты такая ледышка. Нет бы пококетничать с ним. А что? Он не очень старый, не женат, детей нет, обеспечен. Ты будешь прекрасной профессорской женой. Точно тебе говорю. У тебя один расчет на меня. Пойдем лучше в буфет кофейку выпьем. Идем, идем. Сашенька, ну где ты? Ну, уже почти два часа. Оксана, я все помню. Я не думал, что столько провожусь. Я уже готова, я тебя жду. Давай быстрее. Ты только не волнуйся, да, скоро буду. Пока. Ну как? Получилось? Нет, пока. Слушай, не думал, что столько провожусь. Давай вечером приеду, закончу. С ума сошел? Я не могу до вечера ждать. Ну, ты представляешь, сколько добра мне придется на помойку выкинуть? А клиента мне чем кормить? Салатами? Знаешь, я тебя отсюда не выпущу, пока ты все не починишь. Сказал, не могу, значит, не могу. Ну, постой, ну давай я тебе еще деньжат накину, ну, за мной не заржавеет. Я тебя как брата прошу, а? Там уже началось. Родителей еще нет. Пойдем в зал, прозеваешь. Ты иди, я сейчас подойду. Хорошо, я на первом ряду на места забегу. Хорошо, жду. Саша, ты на часы смотрел? Опаздываем. Спокойно, мать. У меня все под контролем. Где костюм? В комнате. Снежа, мам, ну вы где? Папа на работе задержался, а мы скоро будем. Поторопитесь, пожалуйста. Да.
рассказываем. Я и так превышаю, не накручивай меня. Снежаночка очень расстроится. Да знаю я. Нечего языком зря трепать. А сейчас мы приглашаем заведующего кафедрой романской филологии Сергея Викторовича Копылова. Спасибо. Живы? Живы пока еще, а там кто знает. Помяло их не слабо. Вот нашел. Так, поищем контакты родных, чтобы сообщить. А документы? Да, есть. Соболева Оксана Константиновна. Для вручения диплома приглашается Соболева Снежана Александровна. Вы знаете Соболеву Оксану Константиновну? Да, это моя мама. Она попала в аварию, их везут в больницу скорой помощи. Что это? Приезжайте как можно скорее. Я уже еду. Снежана, вы куда? Девушка, вы куда? Родители. Соболев Александр Алексеевич и Соболева Оксана Константиновна. Мне нужно к ним. Где они? К ним пока нельзя. Они у меня в сознании. Что с ними? Ну, вы возьмите себя в руки. Хорошо? У вашего отца сложный перелом правой голени со смещением. Плюс травма крестцового отдела позвоночника. Точнее, пока не скажу, нужно делать более серьезное обследование. А мама? Основной удар как раз пришелся с той стороны, где она сидела. Черепно-мозговая травма. Она что, может умереть? Будем надеяться на лучшее. Оксана, где моя жена? Она еще в реанимации. Дочки сообщили. Она здесь. Можете поговорить, но недолго. Позовите. Лежите, лежите, лежите. Сейчас я позову. Проходите. Он пришел в себя. Пап, как ты? Ног не чувствую. И в голове колокол. Как мама. Ее к аппарату искусственного дыхания подключили. Меня пока к ней не пускают. Это я во всем виноват. Из-за меня все случилось. Неправда, пап. Не надо. Вы обязательно поправитесь. Я на нее еще накричал, когда ехали. Идиот. Деточка, пора. Пора. Доктор сказал одну минуту, не больше. Хорошо. Я завтра приду. Что тебе принести? Не надо ничего. О маме позаботься, ей хуже. А я выкарабкаюсь. Вы оба выкарабкаетесь. Я верю. Все. Все, отдыхай. Ну, чего ты? Он же живой. Чего плакать-то? Он, да, я... Не о маме думаю. Мне необходимо ее увидеть. Вдруг с ней что-нибудь, а я... Ой, она в третьей палате. Я бы тебя пустила, но... Если доктор узнает, ой, у нас он очень строгий. Пожалуйста. Да, ты что? Убери сейчас же. Ты хочешь, чтобы я работу лишилась? Так. Что же мне делать? Ну, миленький, ну, завтра приходи. И будет лучше. Доктор разрешит повидаться. А? Идем, я тебя до выхода провожу. Идем. Идем, миленький, идем, мой хороший. Идем. Ты что? Голова закружилась. Может быть, доктора позовем? Не надо. Можно мне водички? Водички? Я сейчас.
Мамочка, меня слышишь? Мам. Это я. Я здесь с тобой. Спасибо. Может, надо было перевести ее в другую клинику? Почему вы мне ничего не сказали? Поверьте, вашу маму не спасли бы ни в какой клинике. В медицине есть такое понятие – травмы, несовместимые с жизнью. Это как раз этот случай. Надо как-то рассказать папе. Ну как? Он так во всем винит себя. Он очень любил маму. Терять близких всегда очень больно. Но это нужно пережить. Что касается отца, если хотите, я могу ему сообщить. Нет. Я сама. Все как есть. Пап, мамы больше нет. Почему я умер? Не смей. Папа, мы теперь вдвоем остались. Я даже думать не хочу, что было бы, если бы он. Пап, пап, ты мне нужен, слышишь? Я без тебя не справлюсь.
забери меня, пожалуйста. Добрый день. Снежана, подождите. Здравствуйте, Сергей Викторович. Ну, как вы? Вот, диплом забрала. Примите мои соболезнования. Вам, если может быть что-нибудь нужно, помочь деньгами, не стесняйтесь. Нет, спасибо, не надо. Ну, гордость не лучший советчик. И все-таки обращайтесь. Вам нужно собраться, взять себя в руки и, в общем, идти к намеченной цели. Заняться кандидатской. Моя цель сейчас поднять на ноги отца, а кандидатская вам в этом вряд ли поможет. Я понимаю, у вас сейчас трудный период. Все, к чему стремились, потеряло смысл. Мир перевернулся. Жизнь перевернулась. Я теперь думаю не о науке, а о каких-то других вещах. Бытовых. Знаете, вы поступаете правильно. Все-таки я в вас верю. Вы сильные. А все образуется. А за кандидатскую мы с вами обязательно возьмемся. Да. Вы звонили насчет работы? Да, это я звонила. График 2/2 вас устроит? Конечно. Мне подходит. Сейчас можете приехать? Хорошо. Через 10 минут буду. Стипендия губернатора, стажировка во Франции. Это все хорошо, но я же... Вот еще диплом об окончании аспирантуры. Ничего не нужно. Ваш французский нам не нужен. Вот если бы китайский, взял бы вас без разговоров. Китайский? С французами мы не сотрудничаем. Дорого. Весь товар в основном идет из Китая. И специалисты с китайским мы просто на расхват. К сожалению, китайским не владею. Возможно, ваша фирма могла бы взять меня администратором. Я быстро учусь и согласна на минимальную ставку. Снежана Александровна, к сожалению, все административные единицы у нас укомплектованы. И ваш французский нам в принципе не нужен. Ну, а китайский вы вряд ли быстро освоите. Вы правы, не освою. Чего мы стоим? Здравствуйте, я вам звонила утром насчет работы. Сказали, после обеда можно будет получить информацию. Держи деньги. Держи, держи, не вздумай отказываться. Отдашь, когда сможешь. Спасибо. Пожалуйста. Боюсь, что не скоро получится. Как выяснилось опытным путем, французский у нас никому не нужен. Предлагали несколько вариантов за границей. Ты же понимаешь, я не могу уехать. Угу. Ну, может, переводы на удаленке? Специалистов с французским хватает и без меня. Думаю про школу. Я ведь уже работала учителем. Да, в школу возьмут без вопросов. Ну, какая там зарплата? Это ж слезы. Еле-еле на себя хватит, а тебе еще отца поднимать. Да, ты права. Тогда пойду в кафе быстрого питания. Красный диплом, свободная касса. Как думаешь, возьмут? Угу, возьмут. Образование подходящее, таких, как ты, мало. Они же котлету в булочку кладут, а не ложат, как остальные. Так, потихонечку, полегонько. Нормально? Ноги как будто отрезая. Это следствие травмы нижних отделов позвоночника. Доктор, скажите, я долго на этой колымаге ездить буду? До самой смерти? Все зависит от вас, от вашего терпения, возможностей. Есть специальные методики для восстановления. Гимнастика, массаж, процедуры. Но готовьтесь к тому, что восстановление произойдет не быстро. Придется, возможно, бороться месяцами, если не годами. Доктор, скажите, а эти процедуры, это все за деньги? К сожалению. В нашей стране, к сожалению, все строится на деньгах. Деньги? Я простой работяга-мастер. Приезжаю к клиентам на заказ. Куда я сейчас поеду без ноги? Что такое? Сердце?
А, кольнуло. Скажите, до этого с ним были проблемы, что в карточке не указано? Нет, всегда работал как положено. Ага. Ты сейчас вдруг... Скажите. Ну, для начала я выпишу вам направление на ЭКГ. Ну, а дальше будет видно. Я получила уведомление от вашего банка. Точнее, оно пришло на имя моего отца, но он сейчас в больнице. Соболев Александр. Одну минуту. Я не понимаю, о каком кредите идет речь. Так, Соболев АА. Кредит на покупку автомобиля. Автомобиль? Да. Давай собираться. Я сам. Руки еще работают. Хорошо, сам. Я уже такси вызвала. Такси? А почему не на машине? Пришлось продать. Ты думал, что я не узнаю, что машину вы с мамой в кредит взяли? Прости, дочка. Хотели как лучше, видишь, как получилось. Подожди минутку. Да, Сергей Викторович. Снежана, я вас не сильно отвлекаю. Нет, а что вы хотели? Вы могли бы ко мне приехать? А зачем? До меня дошли слухи, что вы до сих пор без работы. У меня для вас интересное предложение. Куда подъехать? В институт? Я смс-кой сброшу вам адрес. В 3 часа вам будет удобно? Да, хорошо, подходит. До встречи. Ну вот и договорились. Мне только что Копылов звонил, мой бывший научный руководитель. И что? Сказал, что у него есть для меня предложение. Если все сложится, мы с долгами рассчитаемся. Должно хватить и на лечение. Себе стопу. Пап, я думаю, что все будет хорошо. Я очень хочу, чтобы ты тоже в это верил. Да нет. Ну, тогда пойдемте. Вот это офис моей фирмы. Давно хотел открыть бюро переводов, ну и, видимо, пришло время. Это отличная идея. Есть принципиальные договоренности с ведущими издательствами страны. Планируем сотрудничать с прокатчиками фильмов. Ну и, само собой, переводы текстов и документов еще никто не отменял. Вот такие у меня грандиозные планы. Здорово. А вас хочу попросить взять на себя руководство отделом романо-германских языков. Как вы к этому отнесетесь? Не знаю, справлюсь ли. Да, конечно, справитесь. И хотел бы попросить вас на первых порах помочь мне с административной работой. Нужно, чтобы скорее в офисе все задышало. Заказать мебель, технику.
найти опытного секретаря. Ну что, вы согласны? Да, конечно, согласна. Это для меня настоящий подарок. Только, Сергей Викторович, конечно, не в моем положении ставить условия. Вы ведь в курсе моих обстоятельств. Вряд ли я смогу быть в офисе весь рабочий день. С графиком мы разберемся. Главное, чтобы все заработало и как можно быстрее. Я постараюсь. Договорились? Угу. Это принес. Дай угадаю, опять сосед? Я ему выскажу. Ну, какая разница? И нечего тут. Ну, помог мужик по-дружески. Это не помощь. У тебя же сердце больное. Разладился движок. Ничего не могу поделать. Можешь. Для начала перестань пить. И делай упражнения, как тебе доктор показывал. Толк от этих упражнений. Я, мужик, я должен домой деньги приносить, а я здесь сидим, сижу, ерундой страдаю. Вот сегодня точно ерундой. Только могу брюхо набивать за твой счет. Вы с мамой всю жизнь в меня вкладывали. Теперь моя очередь. Ты так не считаешь? Нет. Не могу я в свои 56 у тебя на шее сидеть. Вот для этого и нужно бросить пить и заняться своей реабилитацией. Ты сегодня гимнастику делал? Вот тебе и ответ. Пап, нужно взять себя в руки. Да, как договорились. Мы учтем все ваши пожелания. Да, у меня есть ваш электронный адрес. 11 часов вам подойдет? Тогда до завтра. Благодарю. Привет. Здравствуйте. Не отвлекаю? Да нет. Никак не могу победить этот агрегат. Ну, давайте я вам помогу победить его. Такая очаровательная девушка, как вы, должна получать то, что она хочет. Ничего себе. Вы бариста? Нет. Я директор лучшего ночного клуба в этом городе. Да и вообще во всей стране. Меня, кстати, зовут Антон. Я Снежана, очень приятно. Чем я могу вам помочь? Мне нужен специалист по французскому. Он перед вами. Тогда мне очень повезло. У меня вопрос деликатный, даже немного интимный. Угу. С интимными вопросами в наше бюро еще не обращались. Прошу. Спасибо. Присаживайтесь. Дело в том, что я познакомился с девушкой. Она живет во Франции. И я по-французски никак, точно так же, как и она по-русски. Переписываемся с ней на английском. И вот решил ее поразить. Хочу написать письмо о своих чувствах. По-французски. Да, возможно, это немного странно как-то, но вот такой вот я романтик. Нет, ну что вы, это замечательно. Ну, не в онлайн же переводчики писать. Поэтому мне и нужен профи. Хорошо, я вам помогу. Вы принесли письмо? Нет, я подумал, что
то вы мне поможете его написать. Вы, как девушка, лучше знаете, что нужно сказать, чтобы ее тронуло. Нет, так не пойдем. Текст должен идти от вас, от вашей души, а с меня только здоровая критика, ну и редактура. Договорились. Я завтра принесу текст. Завтра у нас выходной. Приходите в понедельник. Вот моя визитка. Если что, звоните. И сколько этот ваш курс стоит будет? Сколько? Нет, извините. Такую сумму я не потяну. Нет, в кредит не могу, спасибо. Пап, я тут в интернете нашла хороший лечебный курс, много положительных отзывов. Пишут, что и в самом деле помогают для восстановления двигательных функций. Давай попробуем. Звонила только что в этом. Реабилитацию. Они там заоблачных денег стоят. А в долги я больше влазить не буду. Обойдемся без долгов. У меня же неплохая работа. Ты найдешь, ты заработаешь, а я, катаюсь как дурак из угла в угол, толку от меня ноль. Не нужно ничего. Буду сам, как доктор говорит, упражнения делать. Алло. Алло. Добрый вечер. Снежана? Это Антон. Помните? Да, помню. Отлично. В общем, мне тут кое-что вырисовывается. Ну, точнее, сочиняется. Я бы хотел с вами встретиться в понедельник после обеда. В офисе. Кое-что обсудить. После обеда я занята. Освобожусь не раньше 6. Может, мы могли бы с вами пересечься где-нибудь вечером? В принципе, можем. Я позвоню вам, когда буду свободна. Спасибо. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Снежана Александровна. Здравствуйте. У вашего отца сегодня последний сеанс по полису. Да, я помню, но его лечащий врач сказал, что отцу еще как минимум месяц нужно посещать физиотерапевта. Поэтому я хотела предложить дальнейшие сеансы пройти на платной основе. Уверяю вас, результат будет очевиден. Возможно оформить рассрочку по платежам за этот курс лечения? К сожалению, но платное отделение у нас работает только по предоплате. А вы сами знаете, что перерывы в подобных процедурах лучше не делать. Иначе процесс восстановления займет еще больше времени. Да, да, конечно. Я что-нибудь придумаю. Всего хорошего. И вам. Да-да. Сергей Викторович, у вас найдется пара минут? Даже больше. Присаживайтесь. Хочу совместить работу в бюро с репетиторством. Если вы не против, конечно. Я не возражаю, Снежана. Если у вас проблемы с деньгами, вы же знаете, я всегда рад вам помочь. Сергей Викторович, спасибо. Вы так много для меня сделали. Поверьте, я вам очень благодарна. Свои затруднения я решу сама. Ну что ж, спрос на хороших репетиторов стабильно высок, да и педагогическая жилка у вас есть. Удачи. Спасибо. Thank you.
Ну и какой приговор? Если не возражаете, я еще немного отредактирую. Не вопрос. А вы, если не возражаете, я бы хотел бы с вами перейти на «ты». Надоел этот официоз. Я не против. Вот это встреча. Снежа, привет. 100 лет тебя не видела. Как дела? Привет, мне все хорошо. А простите, я нарушила ваше рандеву. Прощаем. Я оставлю вас буквально на 2 минуты. Яна, серьезно? У вас что, роман? Нет, ты что, он просто клиент. Рассказывай, с клиентами в нерабочее время по кафешкам не ходят. У меня с ним в рабочее время не получилось встретиться, вот он меня сюда и пригласил. Это знак вежливости. Ну да, с этой вежливости все и начинается. Ты смотри с ним поосторожней, он бабник еще тот. Мне так не показалось. А ты его откуда знаешь? Да так, пересекались в одной компании. В общем, я тебя предупредила, подруга, держи ухо востро. Милые дамы, коктейли по моему фирменному рецепту. Завтра утром я сделаю перевод и отправлю тебе на почту. Уверен, это будет настоящий шедевр. А вообще твоей подружке повезло. Романтичный мужчина в наше время – большая редкость. А мне кажется, что мне с тобой повезло. Раньше я думал, что такие девушки как ты есть только в кино, а они, оказывается, есть и в жизни. Спасибо, что подвез. Не за что. Пока. А кто тебя подвозил? Да так, клиент нашей фирмы. Ой, дочка, что ты темнеешь. Ну, парня не разглядел, а машина у меня порядочная. Я такой даже не мечтал. Пап, меня его машина не интересует. И он сам тоже. А чего так засмущалась? Скажи честно, понравился? Да. Он умный, обаятельный, ему 35. А еще он романтик. Так в чем дело? У него есть девушка. Пап, ты сегодня гимнастику делал? Нет, пока тебя ждал. Тогда я сейчас переоденусь и начнем. Привет. Это тебе вот маленький презент. Привет. Спасибо. Ничего себе маленький. Я отправила перевод. Твоя француженка должна оценить. Нет никакой француженки. И никогда не было. Как это не было? Подожди, ты что, все придумал? Я хотел как-то тебя впечатлить. Ты не ищешь легких путей. Простишь мне эту маленькую ложь? Допустим, простила. И что дальше? А дальше я бы хотел пригласить тебя на свидание. Пойдет. Пап, я не поняла. Для свидания в самый раз. Кавалер-то достойный?
Случайно не тот, который подвозил? Тот самый. Ты же говорила, что у него девушка есть. Теперь уже нет. Он... Быстро, он подружек меняет. Смотри, как бы и тебя не махнул. Пап, все не так. Он... Ладно, не объясняй мне, все понимаю. Может, пригласишь, познакомишь? Всему свое время. Уехал. Да, здравствуйте, Снежана. Спасибо, что позвонили. Вас интересует французский? Да, я хотел бы, чтобы вы со мной позанимались. Какой у вас уровень? Ну, честно говоря, любой. Если не секрет, для каких целей вам нужен французский? Дело в том, что я работаю в отделе закупок горно-обогатительного комбината. И по роду своей деятельности я часто контактирую с иностранцами, ну, у которых мы закупаем оборудование. Ну, я хотел бы расширить свой языковой диапазон. Что ж, похвальное стремление. Да, можем заниматься, скажем, 2 раза в неделю. Отлично. Когда можем начать? Можно завтра в 7. У меня как раз свободный вечер. Ага, идет. Только онлайн-уроки мне не подходят. Да, я тоже считаю, что учитель с учеником должны общаться лично. Где вам было бы удобно заниматься? Ну, если вы не против, то у меня дома. Вообще-то я не хожу к незнакомым мужчинам на дом. Так а в чем проблема? Если вы боитесь, скажите родным, куда вы идете. Есть телефон, всегда будете на связи. Да, хорошо. Пришлите мне, пожалуйста, свой адрес. Да, отлично, договорились. Спасибо вам. Прошу. Просто сама галантность. Только сейчас это заметил? Нет, давно. Часто буду тебя радовать. А куда мы едем? В клуб, в котором я работаю. Я хочу познакомить тебя со своими друзьями. Ты же не против? Я только за. Ну, учти, буду приглядывать за тобой там. В клубе полно смазливых красавчиков. Смотри, не влюбись ненароком. Буду иметь в виду. А друзья мои, хорошая компания, тебе понравится. Единственное, может, ты только не привыкла к такому обществу. Не беспокойся, я постараюсь найти с ними общий язык. Я надеюсь. Тут изрядно перегрелись. Добрый вечер. Знакомьтесь, Снежана. Снежана, это Николай. Добрый. Алекс, Туся. Привет. Очень приятно. Взаимно. Нам всегда в кайф познакомиться с девушкой Антона. С чего начнете? Виски, пиво, вино. Апельсиновый сок. Хорошо, апельсиновый воды. А Антону вкус не подводит. А мы тут гадали, какая ты. Он такие дифирамбы тебе пел. Не знала, что меня уже обсуждают. А мы народ простой. Говорим все, что думаем, пьем все, что горит. Не верим, он пьет только то, что дороже 150 баксов в бутылке. Это личный выбор каждого. Ну, тут нужно в кабинет скачать на 5 минут. Хочешь, я это пойму? Антон, если тебе нужно поработать, так и скажи, я не обижусь. Ты иди, я здесь поговорю. Мы с
ребятам пока пообщаемся, правда? Идеально. Раз Снежана не хочет, предлагаю составить тебе компанию. А нам нужно кое-что переселить, а ребята пока развлекут твою подругу. С нами не заскучай. До скорого. Хорошо. А где ты такую забавную деваху подцепил? А что, понравилось? О, ничего такая. А я без претензий. Фейс, ножки, фигурка. Вопросов нет. Ну, а что тогда? Странноватая какая-то. Слышу, как рассуждает. Это личный выбор каждого. Интеллигентная. Это ж тебе не Туська. Она по-французски шпарит лучше, чем мы с тобой по-русски. Ну и зачем тебе такая интеллигентная? Со временем мозг начнет выносить, а потом, глядишь, еще и перевоспитать решишь. Не перевоспитает, взрослый уже. Она подходит мне по всем параметрам. Домашняя, послушная, по мужикам не затасканная. Жениться решил. А что? Ну, подумываю. Она породистая. С ней не стыдно в люди будет выйти, детей мне нарожает здоровых. Мне-то уже 35, пора. Ну, она доест так. Всегда есть кому поехать. Красивый браслетик у тебя. Спасибо, это Антон подарил. О, это на него похоже. Он всегда красиво ухаживает, не жмотится. Нет, ну ты не подумай. Между нами ничего не было. Мы просто друзья. Ребят, чем занимаетесь? В смысле? Ну, живем, развлекаемся. Понятно, помимо развлечений, вы же где-то работаете? Ну, я свою жизнь работой не порчу. Не хочу вслед за папашей. Он у меня крупный бизнес держал. Держал и... надорвался. Инсульт. С тех пор работы не люблю. Ты так спокойно об этом говоришь? 3 года уже прошло, не век же горевать. Я бизнес продал, деньги в банк. На проценты живу. Алексу наследство подварило, а вот я вкалываю. А где? Я бьюти-блогер. У меня аж 200 тысяч подписчиков. Чё ты там перетереть хотел? Братиш, я тебе сегодня деньги не могу вернуть. Недельку терпит. А что так? Спрос упал на товар? Упал. Может, скинешь 5% по старой дружбе? Да не гони. Я про твои доходы знаю. 15% это еще по-божески. Я ведь тоже под статьей хожу, когда на твою торговлю сквозь пальцы смотрю. Ты-то под какой статьей? Все, разговор закончен. Деньги за это принесешь. Что-то еще? Нет. Как тебе моя компашка? По-своему, интересные ребята, веселые. Но знаешь, иногда у меня было ощущение, как будто мы с ними с разных планет. Бывает. Завтра вечером ты свободна? Нет, прости, завтра не могу. Почему? Еще с кем-то встречаешься? Встречаюсь. Со своим новым учеником. Учеником? Помимо работы в бюро, я еще преподаю французский. Ты слишком много работаешь. Сколько у тебя учеников? Пока 5. Пока? То есть их будет еще больше? А тебе не кажется, что твои ученики отнимают то время, которое мы могли бы проводить вместе? Как тебе такое предложение? Я оплачу их все часы, а ты отменишь всех своих учеников. Ты смешной. Я серьезно. Антон, давай мы сразу договоримся. Я не отменяю учеников, а ты не решаешь, сколько мне работать. Ну, хотя бы после уроков я могу отвозить тебя домой. Ты такая красивая.
Bonjour, до свидания, господин Бажан. Хорошего дня, мадемуазель Снежана. До свидания. Надеюсь, вам не надо объяснять, что все, что мы обсуждали, конфиденциально. Разумеется, я понимаю. Бракоразводный процесс – дело щекотливое, особенно когда одна из сторон за границей. Да уж. Ну ничего, если мсье Бажан оперативно среагирует, у меня есть шанс сохранить большую часть своего состояния. Ну, как дела? Благодарю, Сергей Викторович. Все в порядке. Если что, обращайтесь. Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Довольные клиенты – залог успешного в бизнесе. Особенно, если они такие же богатые, как Максим Эдуардович. Жаль, что ему не удалось сохранить брак. Такова жизнь. Как дела у вашего папы? Он пошел на поправку? Не совсем. С ногами без изменений. Так еще и с сердцем проблемы появились. Я знаком с одним очень хорошим кардиологом. Если хотите, я попрошу его, чтобы он посмотрел вашего папу. Сергей Викторович, спасибо. Если вам не сложно... Я предупрежу его. Записывайте телефон. Здравствуйте, я Снежана. Проходите. Я узнал вас по фото, я приглашу. Очень приятно. Располагайтесь. У вас очень уютно. Это просто холостяцкая берлога, но спасибо. Может, чего-нибудь хотите? Воду, кофе, чай? А, нет, спасибо. Ну что, приступим? Да, присаживайтесь. Угу. Предупреждаю, произношение французских букв не всегда дается легко. Угу. И вообще, французский не для слабаков. Ну, я готов принять вызов. Отлично. Тогда начнем. Деньги принес? Слушай, Тох, у меня правда голяк, клянусь, чем хочешь. Дружочек, ну что ты мне лапшу на уши вешаешь? Или ты хочешь, чтобы я твою деятельность прикрыл? Ладно, понял. Бардачок положи. Давай. Давай. Произношение очень важно. Если в английском языке вы можете, например, сказать слово «girl» и вас поймут, слегка поморщившись от не очень красивого произношения, то во французском этот номер не пройдет. Ну, что для первого раза достаточно, продолжим послезавтра. Вы знаете, я, по-моему, отвык учиться, у меня мозги ржаветь начали. Ничего-ничего, 5-6 занятий, войдете в тонус, если, конечно, не будете лениться. Нет, Снежан, вы очень доходчиво объясняете, правда. А вы торопитесь? Нет, а что? Может, все-таки не откажетесь от кофе? А вы знаете, что кофе – это живой напиток, который требует уважения? А сейчас многие пользуются кофемашинами, бросил зерна или эту капсулу вставил, раздай и готово. А какую чашку можно взять? Я люблю, какая она посмотрит. Ой, вот это такая интересная. Да, это вот если керамикой увлекался, я ее специально для отца сделал. Она была его любимой. Была? Да, он умер. Полезно. Вам, наверное, его очень не хватает. Да, вы знаете, я даже иногда мысленно с ним разговариваю. Мне это очень знакомо. У меня мама недавно погибла. Так что наша с вами история чем-то похожа. Да, действительно. А вам родители дали такое красивое имя, Снежана. Оно семейное? Не знаю. Наверное, нет. Извините. Алло. Привет.
Карета подана, можешь спускаться. Хорошо, выхожу. Надо бежать. Да, конечно. Спасибо за кофе. Что у тебя за ученик? Какой-нибудь обалдуй, которого родители тянут в Сорбонну? Не угадал? Я зовут Григорий, лет 30. Очень интересный человек. И по-твоему, это нормально, что ты по вечерам ездишь к какому-то мужику? Антон, ты чего? Иногда ученикам проще заниматься дома. Как говорится, родные стены помогают. А если он тебя разводит? На кой черт ему сдался французский 30 лет? Он работает в отделе закупок горно-обогатительного комбината. Контактирует с французами. Вот и понадобился язык. Ну, спасибо, что сообщил. Не будь ты таким Отелло. Я же не ревную тебя каждой девушке, которая заходит в твой клуб. Ладно, проехал. Заедем ко мне поужинать? Не могу. Мы ненадолго, я после подвезу тебя домой. Лучше приходи завтра ты к нам. Папа хочет с тобой познакомиться. Ты как? Возражений нет. Семья – это дело святое. Пока. Пока. Привет, Антох. Леш, у тебя на комбинате кто-нибудь есть? Кто поконкретнее? В отделе закупок. А зачем тебе? Да дело есть одно. Аня, отвези пациента на ЭКГ, а потом в процедурную. Пусть сделают анализ крови на клинику, биохимию и общий билирубин. Хорошо. Вот направление. Угу. И я с ними? Останьтесь. Скрывать не буду. Ситуация серьезная. Сердце у вашего папы слабое и в любой момент может дать сбой. Но хоть что-то ведь можно сделать? Можно. Сейчас по результатам анализов мы подберем поддерживающие медикаменты. На данном этапе самое главное – отказаться от пагубных привычек. Исключить кофе, правильное питание и, конечно, никакого стресса. Снежа говорит, ты в клубе работаешь? Да, директором. Я еще в студенческие годы закатывал такие вечеринки, что народ валом валил. Кассир не успевал деньги считать. А где ты учился? В лесотехническом. Родители хотели, чтобы я имел высшее образование. А я уже тогда понял, как можно деньги зарабатывать. С третьего курса собрал документы и ушел работать в клуб администратором. Твои родители с тобой живут? Нет. Родители уехали на юг, брат. Мне оставили трешку в центре. Недавно ремонт сделал. Мебель из Италии. Скучаешь по ним? Чего ж по ним скучать? Созваниваемся с ними каждый день. И вообще, я считаю, что чем дальше родные, тем больше их любишь. Интересное мнение. А я считаю, что близкие люди должны жить рядом. Не представляю, как я бы жила вдалеке от тебя. Ты моя хорошая. Ну, и о своей семье надо подумать. Папа прав. Вот слушай, что папа говорит. Я считаю, что к созданию семьи нужно подходить ответственно. У меня для этого все есть. Квартира, машина, деньги. Ну, квартира, машина – это не главное. Главное, чтобы любовь и понимание были. Разумеется. Извините. Да. Что? Хорошо, я сейчас буду. Что-то случилось? Пожарный надзор в клуб нагрянул. Мне нужно ехать. Очень приятно было с вами познакомиться, пообщаться.
Вечером наберу тебя. Ну, как он тебе? Гонору многовато. Хвастаться любит. Это за ним водится. Ну, на тебя у него виды серьезные. Из кожи вон лез, чтобы мне понравиться. Папа прав. Создать семью. Всякое такое. Он думает, что я могу на тебя надавить. Но ты ведь не станешь. Твоя жизнь. Тебе решать. Алло. Привет, как дела? Замечательно. Куда ты пропала опять? Может, пересечемся? Ален, я бы с удовольствием. Мне сегодня вряд ли получится. Я только что с урока освободилась. Вечером еще один. Ясно. Ну, а между уроками? Договорилась с Антоном встретиться. С Куприяновым? Ты же говорила, он просто клиент. Ну, хоть в двух словах. Хорошо. Лаконично. Ладно, будет свободный вечер, звони, не пропадай. Целую. Целую. Ты упустила самое важное. Снежа. Я долго думал и понял, что ты та самая девушка, о которой я мечтал всю свою жизнь. Я прошу тебя стать моей женой. Как-то слишком поспешно. И что? Все же очевидно. Сама судьба нас связала вместе. Против судьбы не попрешь. С судьбой, конечно, спорить трудно. Ты мне стал не чужим человеком. Прости, я не могу принять твое предложение. Я сейчас не готова оставить отца. И мне кажется, он тоже не готов. Нет, ну почему сразу оставить? Ты будешь его навещать. Я уверен, что твой отец, он может сам себя обслуживать. Ты же не должна быть постоянно с ним. У папы проблемы с сердцем. Снеж, мне кажется, что твой отец очень хорошо устроился. Ты деньги зарабатываешь, еду ему готовишь, ухаживаешь за ним. А он так сел тебе на шею, ножки свесил. Я, пожалуй, пойду. Погоди, погоди, Снеж. Подожди, стой, погоди. Не обижайся на меня, я тут не подумал. Я обещаю, что найду общий язык с твоим отцом. Слушаю.
Снежана, здравствуйте. У нас с вами на сегодня занятие назначено? Да, 8:30. Тут такое дело, у меня в квартире трубы меняют. В общем, грязище, обстановка для занятий не самая располагающая. А, перенесем урок? Нет, не хотелось бы пропускать. А что, если я к вам приеду? Это не будет слишком нахально с моей стороны? Не будет. Я вам пришлю адрес. Гриша, мы же с вами не испанский язык учим, а французский. Поэтому parler, а не parler. Parler. Уже лучше. Дома прошу вас самостоятельно сделать упражнения 5 и 6. Угу. На сегодня все. Замечательный портрет. Это вы сами сделали? Да, пыталась собрать себе по кусочкам. Прочла одного психолога, что помогает почувствовать свою целостность. Но он уже не закончен. Да, не хватило буквально одной-двух фото. А давайте я вам помогу. Попробуйте. Присядьте, пожалуйста, на мое место. Спасибо. Пришлите мне, пожалуйста, на почту. Снежана, через пару дней стихийное бедствие в моей квартире закончится, и мы сможем заниматься у меня. Отлично. Есть предложение, могу за вами заехать. А вам это удобно? Ну, ваше бюро находится по пути, а вы все равно извините свой вечер теряете. Всего доброго. Всего доброго. Смотри, тормоз заклинило. Давайте я посмотрю. Угу. А у вас есть ключ на 10? Снежан, посмотри там в моем рабочем кейсе на балконе. Сейчас. Меня Александр зовут. Григорий. Угу. Угу. Давайте. Видно, руки оттуда растут. Снежан, ну, надо отблагодарить мастера. Давай, ставь чайник. Присаживайтесь. Снежана сказала, что ваша жена погибла. Да. Соболезную. Тяжело переживать смерть близкого человека. Мне дочь помогает. Без нее совсем не умочь. Постоянно Оксану, жену, вспоминаю. Листаю альбомы наши семейные. Какими мы молодыми, счастливыми были. Как Снежана росла. О чем речь? О семейных альбомах. Говорю, что я еще в молодости фотографией интересовался. Ну, вот. У вас, наверное, хорошие фотографии получались, да? Хотите посмотреть? Да, с удовольствием. Это свадьба мамы с папой. Меня тогда еще не было. А здесь мне уже 3 года. А это я в первом классе. У вас такое милое лицо было в детстве. Ну, оно и сейчас милое. Но здесь почему-то мало ваших детских фотографий, я имею в виду совсем ранних. Они, наверное, потерялись при переезде. Я уже стала забывать, какой ты замечательный. В постели. Вспомнила. Да. Знаешь что? Давно хотела тебе сказать. Мы с тобой такая красивая пара. Так подходим друг к другу.
поженимся. Запилим видеовлог с нашей свадьбы. Мои подписчики с ума сойдут. Ну, нет, спасибо. Это без меня. Почему? Тусь, ну какая из тебя жена? Нет, ну ты, конечно, девчонка хорошая, но... Ты же понимаешь, что жена мне нужна другая. Отличница это, да? А я думала, ты с этой Морей уже покончил. Отличница для меня идеальный вариант. Купринов, ты козел. Привет, Леш. Привет, Антоха. Ну что, есть информация по поводу этого Гриши? Ребята из коммерческого на комбинате. Говорят, трудоголик. Начальство его хвалит. Ну что, это вся информация? А что у него с бабами? Да пес его знает. Ясно. Да, вот что. Парни говорят, что никаких французских партнеров комбината нет и не было. Закупаются они у немцев. А вот это уже интересно. А ты знаешь, Григорий мне понравился. Понравился? Вы же с ним всего полчаса общались. Ну, хорошего человека без лишних слов видно. Пап, ты это все сейчас к чему? Я вот думаю, а не присмотреться тебе к нему вместо Антона? Извини. Алло. Привет. Хочу тебе кое-что про твоего ученика Григория рассказать. В общем, как я и предполагал, его интерес к французскому — это просто предлог. На тебя клеит. Антон, мы же уже это обсуждали. Я выяснил, что у комбината нет никаких французских партнеров. Это все лажа. Послушай, я хочу, чтобы ты перестала с ним заниматься. Пошли его куда подальше. Можно я сама решу, кого и куда мне посылать? Антон, давай оба успокоимся и поговорим об этом, когда я сама во всем разберусь. Здравствуйте. Добрый день. Григорий, а ведь вы меня обманули? Когда? Сказали, что хотите выучить французский язык, чтобы общаться с деловыми партнерами, но у комбината нет партнеров из Франции. Ну, я и не утверждал, что они есть. Вспомните наш разговор. Я сказал, что мне по роду деятельности приходится вести диалог с иностранцами. Да, у нас сейчас нет французских партнеров. Но они могут появиться в будущем, и производство ведь расширяется. И вы решили подготовиться заранее? Вы знаете, я человек предусмотрительный, люблю просчитывать наперед. Это все, что вы хотите мне сказать? Нет. Снежан, у нас сегодня 10-е занятие, можно сказать, юбилей. И я подумал, это вам. От благодарного ученика. Спасибо. Это очень приятно. И запах детства. Давайте начнем с повторения темы прошлого урока. Извините. Да. Флешка накрылась. Слушай, это срочно, а? Ты по работе на секунду. Конечно. Да, да, какие данные? Сейчас посмотрю. Дальше 6 баллов, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
освободился. А, извините, мне срочно нужно идти. А что случилось? Это лично. До свидания. До свидания. Как ты пришла? Пап, я сегодня была дома у того парня, Григория, который у меня занимается, помнишь? И у него дома я нашла свою фотографию. Ну, в смысле, снимок, на котором я, только очень маленькая, младше, чем здесь. Может, тебе показалось, может, ты просто ошиблась? Нет, мне не показалось. Это была я с родинкой. А как он объяснил, откуда у него взялся снимок? Никак, я не знаю. Я не спросила, я испугалась и убежала. Пап, ты что-то знаешь? Что ж, когда-нибудь нужно было тебе сказать правду. Какую правду? Удочерили тебя. Что? Мы долго пытались завести детей. Делали все, чтобы мама забеременела. Но врачи сказали, что это невозможно. У Оксаны проблемы. И тогда мы пошли в детский дом. А мои биологические родители? Мы не запрашивали, это было неважно. Почему я ничего не помню? Ты была очень маленькой. Но почему вы мне ничего не рассказали, когда я выросла? Как-то я пытался заикнуться. Говорю, пора бы узнать правду. Оксана сразу в слезы. Боялась, что ты можешь начать искать родных, можешь уйти от нас. Уйти от вас? Она говорила, что ты очень чувствительная, и не нужно тебе понапрасну ранить. Папочка, любимый мой брат. Вы взяли меня в свою семью, вы вырастили меня, вы любили меня, оберегали. Ты, наверное, захочешь отыскать своих настоящих родителей. Вы с мамой для меня настоящие. И на всю жизнь ими останетесь. Спасибо, дочка. Единственное, что меня сейчас интересует, откуда у Григория моя детская фотография? Что ж, тут нет никакого секрета. Ее дал мне мой отец. А откуда она у него? Он сфотографировал вас в детдоме, в том самом, в котором мы вместе воспитывались. Вместе? Да. Я тоже сирота. На 3 года старше вас я кое-что помню, но очень смутно. Вы брали что-нибудь? Вы что-нибудь будете? Ничего, можно мне воды, пожалуйста? Мне, пожалуйста, бифштекс и овощный салат. Хорошо. Да, спасибо. Не забираю. Угу. История, в общем, очень простая. Моя будущая мама и папа были людьми бездетными, и поэтому решили взять ребенка из детдома. Папа хотел взять мальчика и девочку. Мальчика звали Григорий, а девочку Снежана. Но взяли только мальчика. Почему? Я не понравилась твоей маме? Нет, нет, нет. Она боялась, что 2 детей семья не потянет. Ну и она хотела растить мальчика. Папе было очень жаль, что он не может забрать тебя из детдома, но
Он не мог пойти против жены и надеялся, что будущее ему говорит. И что дальше? Отец рассказывал, что потом тебя удочерили другие люди, и он потерял тебя из виду. Лечка, спасибо. Спасибо. Где ты такое откопала, подруга? В кафешке на Строительной. А твоя отличница оказалась не такая уж и святая. А ты на ней жениться собирался? Дурачок. Моя приемная мама умерла 2 года назад. А про отца тебе уже рассказывал. И перед смертью он просил, чтобы я тебя нашел. Зачем? Его всю жизнь совесть мучила, что он не смог забрать тебя из дома. Он хотел, чтобы я тебя нашел, узнал, как ты живешь, нужна ли тебе помощь. Да и как ты меня нашел? Это было очень сложно, но повезло, что у тебя довольно редкое имя. Я искал тебя через интернет, наткнулся на твою фотографию, потом перешел на сайт репетиторов, ну и там был твой телефон. Это могло быть совпадением. Да, но примета осталась. Ну, мне надо было убедиться, поэтому я решил для начала познакомиться. При помощи французского. Да, это был самый убедительный предлог, чтобы ты ничего не заподозрила. Ну, мы могли видеться, разговаривать. И ремонт труб в своей квартире ты придумал, чтобы зайти ко мне домой? Да, прости, но я должен был убедиться. А когда я увидел твои детские фотографии в вашем альбоме, я понял, что ты и есть та самая Снежана. И почему ты сразу не признался? Я понял, что родители тебе ничего не рассказывали, ты ничего не знаешь о детдоме. А если так, то какое я имею право вторгаться в чужую жизнь? Я так понимаю, французский язык в кафе усваивается лучше? Антон, ты что, следишь за мной? Да нет, просто приезжал мимо. Смотрю, 2 голубка воркуют. Ну, решил проверить, не обманывает ли меня зрение. Ты ведешь себя нелепо. А я так не думаю. Мы говорим о делах, которые касаются только нас двоих. Ты вообще там замолчи, мы с тобой позже поговорим. А чего позже? Давай сейчас. Гриша, не надо. Мы говорим о моем прошлом. Как увлекательно. Оказывается, мы с Гришей воспитывались в одном детдоме. И он долго искал меня, потому что его отец попросил меня найти. Чего? Ты реально веришь в эту мыльную оперу? Да он же тебя тупо разводит. Ты сейчас не прав. Да? Уверен в этом? Ты посмотри на него. Это же дешевый пикапер. Сначала вчера тебе в доверие, потом наплел какую-то жалостную историю, а дальше что? Пойдешь утешать в постель, да? Антон, прекрати! Какой же ты придурок. Антон, Гриша, вы с ума сошли? Хотите драться? Идите на улицу. Давай. Не прекратите, я... У нас здесь намечается мужской разговор. Посиди, пожалуйста, в машине. Никаких мужских разговоров не будет. Ты ему веришь? А чего я не должна мне верить? Замолчите. Я не хочу вас видеть. Обоих. Thank you.
Привет. Привет. Это тебе. Прости, возможно, я вчера погорячился. Пойми, просто я не могу видеть тебя в окружении посторонних мужчин. Особенно, когда они так нагло подкатывают. Ты серьезно думаешь, что Григорий все выдумал, чтобы как-то меня заинтересовать? Да, я так думаю, только ты меня слушать не хочешь. Потому что это глупость. И зачем ему выдумывать такую запутанную историю? Ну, хотел показаться оригинальным. И вообще, я не думаю, что он психически здоровый человек. И это мне говорит человек, который сочинил несуществующую французскую подружку, чтобы познакомиться со мной. Ты меня с ним не сравнивай, к тому же тебе сразу во всем признался. А он наворачивает одну ложь на другую, уроки, последняя просьба его папашни. Хорошо, предположим, он все придумал. Откуда у него моя детская фотография? Фотошоп. Он бывал у тебя дома, украл фотографию. Все дела. Все, хватит. Ну что хватит? Ты действительно веришь ему на слово? Его басю никто не может подтвердить. Я как раз сейчас собираюсь идти в детский дом. Отец посоветовал туда обратиться, может быть, там есть какая-то информация. Поедем вместе. Только я думал тебе на работу. Я отпросилась на сегодня. Супер. Тогда погнали, я и сам хочу разобраться с этим аферистом. Увы, ничем не могу помочь. В 90-е годы архивы были бумажными. Ваше дело не успели оцифровать. В хранилище случился пожар из-за проводки, так что все документы тех лет утрачены безвозвратно. А персонал? Могу я поговорить с кем-нибудь, кто работал здесь тогда, 25 лет назад? Вот так сразу затрудняюсь сказать. Хотя, постойте, недавно на пенсию Варвара Кондратьевна ушла, Чистякова. Она в нашем детдоме почти 30 лет нянечкой проработала. Можно как-то с ней связаться? Да, я думаю, что смогу найти ее телефон через отдел кадров. Варвара Кондратьевна, может, вы вспомните что-то про эту девочку? Это я. Да, вижу, что ты. Вон, примета осталась. Как я в детский дом попала? Кто от меня отказался? Детки к нам в детдом по-разному попадали. Но вот твой случай я запомнила особенно. Почему? Ну, иногда бывало, нам деток подбрасывали. А в тот год как-то вот особенно часто. Сначала мальчишку маленького подбросили, а вот где-то через месяц тебе. Мальчика случайно не Гришей звали? Да, Гришей. А поподробнее можно? Кто подкинул, как подкинул? Когда мальчика подбросили, я тогда в отпуске была, так что я не знаю, что да как. А вот когда девочку, как раз мое дежурство было. Ах ты, Господи! Да кто ж это Ира-то такой, а? Стой! Стой, опомнись! Всю жизнь потом жалеть будешь! Не отмолишься! Маленькая, иди тебя на ручку возьму. Иди ко мне на ручку. Ох ты, мое солнышко. Я директору все рассказала. Он позвонил куда следует. Только ее все равно не нашли, кукушку эту. Сказали, она обернулась. Значит, вы лицо ее могли разглядеть? Да как я могла разглядеть? Господи, я какое-то мгновение видела. Я помню, что волосы темные. Но вот что хорошо я запомнила, она хромала. Хромала. А на какую ногу? На правую, кажется. Даже по этой примете ее так и не нашли? Да, по-моему, ее и не искали. Время тогда было беспокойное. А имя мое настоящее или меня в детдоме так назвали? Директор тебе придумал. При тебе ж ни записки не было, вообще ничего, никакого рода ты, племени, неизвестно. Боже, какой вкусный пирог. Меня дочка балует. Бери еще, раз понравилось.
О, а вот и Снежа. Привет. Привет. Ладно, вы тут поболтайте, а у меня гимнастика по расписанию. Упражнения сами себя не сделают. И что тебе сказали в детдоме? Ничего особенного. Гриш, зачем ты пришел? Папа и так волнуется за всей этой историей. Я не хочу, чтобы он лишний раз переживал. Снеж, я же просто хочу помочь. Я когда тебя искал, первым делом обратился в детдом. Просил, чтобы они подняли архивы. Да, я знаю, документы сгорели. Но мне удалось найти одну нянечку, которая видела, как меня подбросили к детскому дому. Ну и кто это сделал? Какая-то женщина с темными волосами. Еще она хромала на правую ногу. Хромала? Странно. Это еще не все странности. Оказывается, это тоже подкидыш. Только тебя подкинули на месяц раньше, чем меня. Но как это произошло, она не видела. Интересно. Снеж, а давай завтра вместе еще раз встретимся с этой нянечкой? Зачем? Есть у меня одна идея. Да, Антон. Привет. Захотелось услышать твой голос. Давай я заеду с тобой позавтракаем вместе в нашем кафе. Не получится. Нужно еще раз встретиться с Чистяковой. Зачем? Вчера же все выяснил. Григорий попросил. Хочет еще что-то уточнить. Только не говори, что ты опять повелась на его бредни. Все, Антон, мне нужно бежать. Позже созвонимся. Варвара Кондратьевна, посмотрите, пожалуйста. Италия – это женщина, которую Снежану подбросила. Ну, ребят, вы даете. Сколько лет прошло, разве вспомнишь? А кто это? Это тетя Галя, сестра отца. И что? Ну, она хромая. Она в детстве с велосипеда неудачно упала. Ну, и там сложный перелом, и кости неправильно срослись. Ну, вроде похоже. Спасибо, Варвара Кондратьевна. Извините, что потревожили вас. Ну, мне не в тягость, хорошо, если помогла вам. До свидания. Спасибо. Всего большое. Доброго. До свидания. Ты как только про хромой сказала, я сразу про тетку подумал. Неужели это она? Хотя, может, поэтому отец так хотел тебя удочерить? Ты думаешь, она моя мать? Ну, насколько я знаю, детей у нее не было. А семья у нее есть? Муж? Вроде нет. Она из-за этой хромоты очень комплексовала, уродина себя считала. Ну, нелюдимая была, мистика увлекалась познанием себя. Совпадение. Возможно, но мне всегда казалось, что что-то тяготит. Понимаешь, они дружны были с отцом, а потом она внезапно перестала к нам приходить. Даже на похороны отца не приехала. И где она сейчас? Продала квартиру и переехала в какую-то странную эко-деревню. У них там, ну, что-то типа секты. Люди, которые сбежали от цивилизации, чтобы воссоединиться с природой и обрести покой. Далеко отсюда эта деревня? Сейчас посмотрю. Так, деревня Березовка. Ну, это 300 километров отсюда. Глушь туда только на машине, либо на автобусе еще от остановки 5 километров пешком. Всем привет. Ты откуда здесь? Я вижу, этот персонаж от тебя так и не отстает. А слушай, мы только что узнали, что есть человек, который поможет нам во всем разобраться. Наслушались уже. Все же пойдем. Мы еще не договорили. Какая Березовка? Какая тетка? Что за бред? Бред или нет, не тебе решать. Да? Ну так позвони ей. Есть номер телефона? Всем членам ее общины запрещено пользоваться телефоном. Не получится. Какой молодец. Как выкрутился-то? Значит, придется туда поехать. Можно завтра, как раз выходные. Ты поедешь со мной? Конечно. А он-то зачем, чтоб ехал? Без Гриши никак. Я эту женщину не знаю, она меня тоже. Ну, слушай. Я тебя с ним никуда не отпущу. Я ему не доверяю. Хотите ехать? Ну, поехали. Вместе поедем. На моей машине. А, привет.
Чем занимаешься? Да вот, книжку читаю. Понятно. Па, мне завтра нужно будет уехать на пару дней в командировку. Ну, если надо, езжай. А что за командировка? Группа бизнесменов из Бельгии собираются в области строить завод по производству детского питания. Нужно с ними туда съездить, помочь, сам понимаешь. Ты не волнуйся, я поговорила с соседкой и дала ей ключи, она за того присмотрит. Зачем беспокоиться? Да что я, маленький, за мной присматривать? Не спорь. Вдруг у тебя что с сердцем? Так всем будет спокойней. Ну, хорошо. Как скажешь. Я буду тебе звонить. Папу волновать. Пришлось соврать, что еду в командировку. Честно говоря, я на 100% уверен, что это очередная афера этого. Ради тебя я готов потратить свое время. Я тебя об этом не просила. Зато я тебя прошу. Если наша поездка ни к чему не приведет, мы навсегда забудем об этом Григории и о его фантазиях. Привет. Привет. Ну что, поехали? Совет. Ты свои советы при себе оставь. Они нравятся? Я здесь никого насильно не держу. Уметайся из машины, только пешком. Да на самом деле не гони. Мне не по себе, когда ты лихачишь. Да что вы такие пугливые-то? Бывает. Прекрати уже, иначе мы сейчас вдвоем выйдем, и дальше ты поедешь один. А ты куда? Эту дорогу быстрее. Ты уверен? Уверен. Или основательно. Толкать надо. Снежа, садись за руль. Готова? Угу. И в зале. Что мы будем делать? А что тут делать? Тут трактор нужен, где его взять? Мы как с трассы сюда свернули, ни одной машины не видела. Это не радует. А у меня сети нет. Да, у меня тоже. У меня одно деление. Главное не паниковать. Из любой ситуации найдется выход. Бессмысленно здесь находиться и ждать, пока нас вытянут. Нужно идти. До Березовки еще 20 км. 20 км – это если через дорогу. Если пойти через лес, к вечеру дотопаем.
тебя связь не появилась? Нет. У меня тоже пропало. Похоже, мы заблудились, уже третий час будет. Давайте сделаем привал. Я за. Где-то через полчаса стемнеет. Предлагаю заночевать здесь. Слушай, деревня здесь уже совсем рядом. Еще маленький рывок. Будем рассиживаться, точно еще какой-то зверь набежит. Прости, у меня уже больше нет сил. Правда. Давайте разведем костер. Можно подняться. Саша, просто за меня. Давай руку. Сейчас. Вот. Давай. Ты в порядке? Да. Только холодно очень. Или находится вне зоны действия. Отдыхать тебе, Павел Алексеевич, поздно уже. Снежана обещала позвонить, когда доберется, и не позвонила. Ну, может, не добралась еще. По времени пора бы уже. И телефон все время вне зоны. Ну, может, у нее телефон сел. А может, там у них в районе связь плохая. Разные бывают. Ты не переживай. Вот я капелек тебе накапала сердечных, как Снежана велела. Ты выпей и ложись. Утром все выяснится. Телефон не работает. Конечно, он же хорошенько искупался. Это все, что ты нашел? На ночь нам этого не хватит. Спасибо тебе. Да, ерунда. Прыгать с такой высоты – это опасно. Ну, ты же прыгнула. Я да. Знаешь, я рада, что ты меня нашел. Я тоже рад, что тебя нашел. Thank you.
Доброе утро. Доброе. Блин, ну и холодрыга. Снеж, ты как? Не очень, меня знобит. Да у тебя, походу, температура. Только этого нам не хватало. Что теперь делать? Идти сможешь? Слышишь, напомни, как тебя? Прохор. Прохор. Это Березовка? Она самая. У вас здесь врачи есть? Старец Федор сюда. Так не унет. Легкие у нее застужены, до города везти. Только время терять. Сам буду ее лечить. Дарья! Да, пап. Принеси ко мне воды с ключа. Там в корзине травы, там, что на лавке. Угу. А как вы ее лечить собираетесь? Как предки учили. Природная сила в травах целебных. А может, там лекарствами, нет? Как ее зовут? Снежана. Ну-ка, давайте во двор. Не мешайтесь здесь. Твой отец знахарь? Знахарь, учитель. Его у нас все слушают. Он здесь главный. Типа мэра? Отец Березовки порядок наводит. Мир, покой, не то что у вас в городе. Тебе этот покой не надоел? У вас же скукотища здесь полная. А ты молодая, красивая. А мне скучать не приходится. Вот работа, она сама в руки бежит. От работы кони дохнут. И за водой два флага. А здесь недалеко, я сама.
Прохора, а ты не знаешь, где дом Галины Щербаковой? А зачем она тебе? Племянник, ее разговор есть. Порой дом налево. Угу. Спасибо. Тетя Галя, это я, Гриша. Какой еще Гриша? Щербаков. Уходи. Я просто хочу поговорить. Мы с вами очень давно не виделись, а у меня ведь родни-то больше не осталось. Отец умер. Сильно перед смертью мучился. Мучился. А вас повинял. А еще просил меня найти девочку, с которой мы были в детдоме. Какую еще девочку? Снежану. Она сейчас тут со мной в деревне. Ничего не знаю, уходи. Слушайте, для нас это очень важно. У нас куча вопросов. Ее подбросили, меня подбросили. А кто? Зачем? Уходи, Гриш. Не искушай меня. А как Снежана оказалась в детдоме? Это вы ее туда принесли? Я не вас видела и узнала по фотографии. Не могу я с тобой говорить. Отец Федор обед наложил. Да какой еще обед? Тетя Галя, откройте! Бесовских подальше. Отец велел вам с приятелем тут на ночь остановиться. Ужин я сейчас принесу. Погоди. Куда спешишь ты?
Давай пообщаемся. О чем? Да о чем угодно можем. О тебе, о жизни, о любви. Ну, о любви можем даже не говорить. Так. Что такое? Не нравишься? Жених у меня есть. Если узнает, не сдобровать тебе. Как, Снежана? Ваши травы помогут ей? Ночь покажет. Будет лучше, значит, скоро поправится. Спасибо. Если бы не вы... Да не за что меня благодарить. Душа ее чиста. Сама бы справилась. Извините, а можно еще одну просьбу? Давай. Мне необходимо поговорить с Галиной Щербаковой. Но она отказывается, даже на порог меня не пускает. Говорит, что вы на нее какой-то обет наложили. Правильно, сестра, делай. Но она моя тетя, мы ради этого сюда приехали. Мы хотим узнать про наших родителей, о том, как мы попали в детдом. Пожалуйста, разрешите, я вас очень прошу. Галина... Одна из чад моих любимых. Она пришла сюда, чтобы покой обрести, а ты своими расспросами. Лучше ее с этого пути сбить, по новому разу пережить заставляешь. Только она может нам помочь. Ты вот о себе все думаешь. А о ней кто подумает? Она от прежнего бытия отреклась. Жизнь с чистого листа начала. Мое слово нет. Ну что, не разрешил? Толково вышла поездка. Еще снежа запалила. Ну да, втянул ты вас, конечно. Ну ничего, есть плюсы. Скоро вернемся домой. Снежа забудет все, одумается. Заживем, как прежде. Будем к свадьбе готовиться. Главное, чтобы ты под ногами не путался. Неужели ты ничего не понял? Она ничего не забудет, она упорная, она по пути не остановится. Ей самой надо во всем разобраться. Ну, предположим. Снежа решила найти своих родителей. Я только одного понять не могу. Тебе что, больше всех надо? А тебе не надо понимать, это наше со Снежей дело. Ошибаешься, это мое дело. Я-то сразу просек, что тебе нужно от нее. Но ты не рассчитывай. Не обломится. Она твоей никогда не будет. Хорошо, хочешь на чистоту? Снежа мне нравится, это же очень. Пускай она сама решает, с кем. Снеж, как ты себя чувствуешь? Лучше. Дай мне, пожалуйста, свой телефон. Мне очень нужно папе позвонить. Он наверняка там с ума сходит. Да, конечно, держи. Спасибо. Алло. Пап, это я. Доча! Алло! Алло! Аппарат вызываемого бандюка выключен или находится вне? Зачем вы это сделали? Это все бесовские игрушки. Гармонию рушат. Ну что, ты уже позавтракал, Алексеевич? Нет. Дочка звонила. Ничего сказать не успела, связь прервалась. И звонила с другого номера. Может, с ней случилось что? Ух ты! Ты чего? Сердце прихватило? Ах!
как будто ножом режет. Ох ты ж, господи. Учтите, вы здесь гости, покуда закон соблюдаете. Чтоб телефонов не было. Я просто хотела услышать папу, сказать, что со мной все хорошо. У него сердце слабое, ему нельзя нервничать. Лю, отца хвоть до чего, должна быть рядом с ним, а не бегать по лесам, неведомо с кем. Я же уже вам объяснял, зачем мы здесь. Нам очень нужно поговорить с Галиной. Ты, голубушка, на меня не напирай, толку от этого не будет. А я смотрю, голосок-то у тебя бодрым стал. Значит, на поправку идешь. Да. Ты куда пропал? Я тебе дозвониться не могу, у тебя телефон вне зоны. Короче, тебя ищет владелец клубешника. Что стряслось? Вчера был рейд, двоих с поличным взяли. А я здесь при чем? Притом, Антон, не тупи. Это наши клиенты, вдруг сольют. Коленька, дружочек. Это если дрейфишь, то не нужно было и начинать. Ладно, не очкуй. Приеду, разберусь. Блин, фанатичный мужичок. Взял телефон, раздолбал. У Антона есть телефон. Да, сейчас его найду. Подожди, я с тобой. Я хочу тоже размяться и воздухом подышать. А тебе еще не рано? Нормально. Да, помогу. Убери руки. Что? Чего ты второй день ломаешься, а? Я сейчас кричать буду. Не надо кричать. Прекрати себе дикак устроить. Ну, отошел от нее быстро. Эй, ты это, ружье опусти, да? Еще пальнешь ненароком. Прохор! Руки от него убери! Ты что, озверел, что ли? Пойдем. Что он так тебе? Не знаю. Придурок какой-то. Все они здесь какие-то чокнутые. Специально нас сюда затащил. Лично тебя я никуда не тащил. Они здесь все, эти сектанты, убьют в лесах, закопают, трупы не найдут. Тон, объясни, что случилось. Он должен покинуть наше братство. Это что ради еще? Ты наш закон нарушил. Закон? Ты какой такой закон? Кто этот закон установил? Ты, что ли? Ты лучше посмотри, что твой тупорез моим лицом сделал. Сейчас в полицию пойду, заяву накатаю на вас и устрою вам здесь веселую жизнь. Я все сказал. Руки убери. Прохор, пожалуйста, дайте нам переговорить. Так, собирай вещи свои, мы уезжаем отсюда. Я еще не поговорила с Галиной. Да какая нафиг Галина? Ты же не понимаешь, что здесь кругом одни больные люди. Этот старец запутался в мозги, они ни черта не соображают. Антон, уходи один. Пожалуйста, позвони папе. Обязательно скажи, что я задерживаюсь в командировке. Наври, что телефон сломался, придумай что-то. Только про мою болезнь ни слова. Я что-то сейчас не понимаю. Ты что хочешь, чтобы я поехал один? Без тебя? Да. Так будет лучше. Пошел. Еще задумал, куда ведет. Да вроде к дому тети идем. Если Антон был прав, странно здесь все.
Я думаю, что он решил поскорее от нас избавиться. Понял, что без разговора с тетей мы никуда не уйдем. Вот и передумал. Кто это тебя так одел? Упал. Далеко еще идти до соседней деревни? Несколько километров. Трактор там точно есть? Точно. Да. Александр Алексеевич, здравствуйте. Меня Снежа попросил набрать вас. Почему тебя? Она что, с тобой? Мы расстались, она была со мной час назад. Как расстались? Она разве не в командировке? В Березовке. Подожди, как в Березовке? А она вам разве не сказала? Как странно. Она поехала туда, чтобы найти своих родителей. Настоящих. А вам, видимо, и ни слова, да? Вернется, расскажет. Если сочтет нужным. А если не сочтет нужным? Знаете, мы как-то с вами на второй план отошли с появлением этого Гриши. Она забила на меня и на вас. Что же за чушь? В общем, просто хотел сказать вам правду. Галина, открой, это я. Почтение, ваш учитель. Обед я с тебя снимаю. Смотри только, чтобы они веру твою не смущали и против общины нашей не настраивали. Воля ваша. После разговора сразу уйдете из деревни. Спасибо. Проходите. Проходите, присаживайтесь. Вот молочко свеженькое. Красивое. На мать похожа. Вы знаете мою маму? Знаю. Ну? Спрашивайте, чего вам там надо? Я же вам вчера уже говорил. Нам нужны любые сведения о наших биологических родителях. Ну что ж. Славка, брат мой, которого ты считал приемным, он и есть твой родной отец. И твой тоже. Что? Ну вы же хотели знать. Теперь знаете. То есть получается, сестра. Вот ты мой брат. Матушку твою Людмилой звали. Любил ее Слава сильно, прям с ума по ней сходил. Тебе еще года не исполнилось, а она сбежала с любовником. Даже документы на развод по почте прислала. А моя? С
Сырой Нечаевой он позже сошелся. Думаю, не было там никакой любви, уж прости. Трудно было Славе одному сына растить, вот он и позвал ее. Жили без росписи, а потом уже в скорости и дочку заделали. А как мы в детдом попали? Не спеши. Давай-ка все по порядку расскажу. Славка, после того, как на мамаша твоя обжегся, ревнивым стал. Будто бес в него какой-то вселился. Всю Ирку шпынял. Думал, изменяет она ему. А потом сам же ее и бросил. Как? Да так. Укатил в неизвестном направлении, а Ирка одна с двумя детьми осталась. Крутись, как хочешь. Бедная мама. Это 90-е. Работала на стройке маляром. Зарплата копеечная, да и то не сразу выплачивали. А двое детей нужно растить, кормить, одевать. Как могла, помогала. Жалко ее было, да и вас тоже. Да много ли на пенсию по инвалидности напомогаешь? А отец что? Даже денег не прислал? Ни денег, ни вестей, ничего. Ирка совсем была уж отчаялась. Пить начала. А потом в доме все пошло неладно. Грязь вокруг. Вы без присмотра. Частенько голодная, спать укладывались. И никто ее не поддержал? А кто поддержал бы? Родня далеко. Да и те нищие. Я вот как-то пришла к ней. Она датенькая уже. Говорит, Гришку в детский дом отнесла. А сама в слезы. Наверное, я подумала, что мне там лучше будет. Наверное. Все убеждала себя, что у государства ребенок будет обут, одет, накормлен. Только официально побоялась оформить. На крыльцо подбросила. Очень она переживала, что не смогла двоих детей вытянуть. Но сказала, дочку ни за что не отдам, потому что она моя родная. Но все-таки отдала. Только я знаю, что в детдом меня вы отнесли. А что было делать? Взяла грех на душу. Только вот не знаю, то ли от голодной смерти тебя спасла, то ли всю жизнь тебе исковеркала. Да. Куприянов Антон Романович. Да, это я. Вас беспокоит следователь Бойко Ярослав Геннадьевич. Что-то случилось? Нехорошие дела творятся в вашем клубе. Вот что. На время следствия клуб закрывается. А я хотел бы вас допросить. Я был в отъезде. Сейчас вот направляюсь в город. Чего там было? Прекрасно. Значит, что у вас завтра в 10 утра по адресу улица Новая 7? Да-да. Разумеется. Всего доброго. Хотела Ира тебя отдавать. До последнего надеялась, что справится. А уж как начала все из дому распродавать, я уговорила ее тебя в детский дом отнести. Да только не смогла она сама. Меня попросила. Зачем вы ее уговаривали? Так она не думала, что навсегда тебя отдает. Думала, станет на ноги, заберет обратно. И вы ее отнесли в тот же детдом, где я был. Да, Ира сказала, что пусть хоть там вдвоем будут. И записку написала, что мальчик, которого месяц назад на крыльцо подкинули, и эта девочка, брат и сестра. И попросила, чтобы вас не разлучали. А еще написала, что девочку Наташей зовут. Твое настоящее имя. Да только облажала я со страхом. Ты сейчас
Все будет хорошо. Не бойся. Следующий день не уехала, даже не попрощалась. Совесть, видать, ее замучила. Да и мне в глаза было стыдно смотреть. Куда она уехала? А кто его знает, мне она не докладывала. А отец, когда он вернулся? Через год прикатил с новой женой. Помыкались по разным городам, а потом, видать, совесть его сюда затянула. Я ему про Иру все и рассказала. А он? Задумался. Часто к детскому дому ходил. Все смотрел, как вы маленькие на площадке там играли. Почему он забрал только меня? А стыдно ему стало перед новой женой, что я Иру с двумя ребятишками бросил. Обставил все по-своему. Сказал, что со здоровьем у него не лады, и что она не сможет от него забеременеть. Ну и предложил ребенка из детского дома взять. Ну, она и согласилась. Только на Гришу. Ну, сказала, что двоих детей прокормить не смогут. Да и мальчика она хотела. А он подумал, что потом уговорит. А пока думал, тебя другие люди удочерили. Ясно. Пока была жива мама, то есть Ольга, которую всегда считал своей родной мамой, отец боялся затрагивать эту тему. Ну и даже после ее смерти он не все мне рассказал. Да. Видно, язык не повернулся. Вот и я всю жизнь с камнем на сердце живу. Думаю, приеду сюда, обрету покой. А ну... Не получается никак. Привет. Привет. О, смотрю, весело ты съездил. Развелся по полной. Хорош тебе, батя, так хреново. И все-таки где это ты так приложился? Отличницу свою с кем-то не поделил? Никого ни с кем я не делил. Упал. Да, потом поднялся и еще несколько раз упал. Злишься на отца? Можно на кого угодно злиться. На папу, на Галину, на наших с тобой матерей. Что случилось, то случилось. Я так надеялся, что эта поездка снимет все вопросы, а их стало еще больше. Я одного не понимаю. Почему отец, когда попросил найти меня, не сказал, что я твоя сестра? Я думаю, что ему в голову не могло прийти, что я влюблюсь в тебя. Я же ничего не говорю. Я знаю, что мы родственники, и я должен испытывать к тебе только братские чувства. Но я головой это понимаю, а сердцем не могу. Тебе надо попытаться перебороть себя. Нам надо попытаться. Пойдем. Нам еще 5 километров до остановки топать. Что там интересного в клубе произошло? Полный капец. Коляна полиция прихватила. Опа. А что еще? Колян, перед тем, как его забрали, шепнул, что хочет, чтобы ты все свои связи поднял и помог ему отмазаться. Больше ничего не хочешь, да? Он сказал, что если не вытянешь, то он все брать на себя не станет. И расскажет, что отстегивал тебе бабки за то, что ты давал свободную площадку. У них ничего на меня нет. Кто этому придурку поверит? А если поверит? Разберемся. Да пошло оно все к черту. Спасибо, что проводил.
Давайте хоть до квартиры провожу. Ну, Кириш, я подумала, нам с тобой лучше пока вообще видеться. Слышь, не глупи, ты чего? Мне нужно привыкнуть к тому, что ты мой брат. Но это же не означает, что мы должны избегать друг друга. Слушай, я всегда готов тебе помочь, неважно в каком качестве. Хорошо. Будем на связи. Пока. Я приехала. Папа. Я услышала, ты пришла. Да, Андреевна, я как раз собиралась к вам идти. Здравствуй, Снежана. Здравствуйте. Где папа? Его вывезли в больницу. В какую? Я сейчас там и поеду. Не надо. Наберу тебя. Пересечемся. Ну. А ты знаешь, я устала быть девочкой по вызову. Тоже. Но тебе нужно сделать выбор. Или я, или она. Ну что такое? Ну нормально же общались. Я не хочу просто общаться. Я хочу, чтобы у нас все было серьезно. Слушай, у меня сейчас проблема. Выше крыши. Давай об этом как-то позже поговорим. Слушай, у меня прям нюх какой-то. Алло. Антон, ты в городе? Да, я приехал. А ты вернулась? Да, недавно. Как ты добрался? Да без особых проблем. У тебя все в порядке? Слышишь? Я сейчас приеду. Насчет похорон не беспокойся, я все организую. Тебе сейчас важно не загоняться. Нужно отвлечься, подумать о чем-то другом. С теткой поговорили в Березовке? Она рассказала, что я и Гриша единокровный брат и сестра. В смысле? Единокровный — это как? Это значит, что мама у нас разная, а отец один. Вот это поворот. Это же хорошо, что он твой брат. Теперь, я надеюсь, он тебя подкатывать не будет. Мы найдем с ним общий язык. Не могу же ненавидеть будущего родственника. Снеж, мне кажется, тебе сейчас лучше переехать ко мне. Здесь все будет тебе напоминать об Александре Алексеевиче. Ты будешь впадать в хандру. А я не хочу его забывать. Да, я не спорю, но просто подумай, твой отец хотел тебе счастья. Хотел, чтобы у тебя была своя семья. Да. Пока он болел, ты должна была за ним ухаживать, ты не могла его оставить одного. Теперь ты можешь ко мне переехать. А со временем мы поженимся. Антон, господи, ну вот как ты не понимаешь, я не могу сейчас ни о чем думать. Тем более о переезде, свадьбе. Прости, понимаю. Отложим этот разговор на потом. Давай я останусь сегодня у тебя в таком состоянии. Извини, я хочу побыть одна. Нужно будет.
Позвони мне. Вот ведь какая штука, Антон Романович. Ваш приятель Николай Новицкий целую повесть мне надиктовал о вашей дружбе и о вашем сотрудничестве. Не хотите ознакомиться? Что за бред? Я крышевал его, помогал вести незаконную деятельность в клубе. Врет он это все. А как было на самом деле? Я не знаю, как было на самом деле. Я подозревал, что он занимается чем-то подобным. И даже пытался с ним поговорить на эту тему. Но он отшучивался и говорил, что мне все кажется. И вы ему верили? А что мне оставалось делать? Конкретных доказательств против него у меня не было. А если были, я бы сразу бы обратился к вам. В компьютере гражданина Левицкого мы обнаружили очень интересный документ. Это что-то типа ведомости, которую он вел о своих незаконных доходах. И о том проценте, которым он делился с вами. Ну, знаете, мало ли, что вы могли найти у этого идиота в компьютере. Значит, вы категорически отрицаете то, что вы находились с ним в преступном сговоре? Категорически отрицаю. Я уверен, что он просто переводит стрелки на меня. Ну, кто на кого переводит стрелки, с этим мы разберемся. А пока я попрошу вас никуда не выезжать и заполнить, подписать эту расписку. Ты только не раскисай. Помни, ты всегда можешь мне позвонить. Просто поболтать. Спасибо, Алена, у нас все будет хорошо. Ты прости, что я так давил на тебя с этим переездом, со свадьбой. Я просто хотел, чтобы ты отвлеклась. Хотел тебя защитить. Я знаю. Спасибо тебе за поддержку. За то, что так с похоронами помог. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Слушаю. Сейчас? Прости, просто хозяин клуба. Это по работе нужно к нему заскочить срочно. Конечно. Снежана, я представляю, насколько все это тяжело. Может, все-таки возьмете отпуск? Вам отдохнуть нужно, прийти в себя. Нет, спасибо, не хочу. Почему? На работе не будет времени думать о случившемся. Может, хоть немного станет легче. Я понимаю, понимаю. Сергей Викторович, мы сейчас ко мне домой поедем, поменем папу. Хочу, чтобы вы с нами. Да, конечно. Что за бретон ты тут устроил? Виноват, не проследил. Колян этот придурок. Да мне пофиг кто, ты у меня здесь директором был, вот и должен был все контролировать. За что тебе бабки платил? А что в итоге? Клуб закрыт, терпим убытки. Звонки этого следователя. Это досадное недоразумение, я обещаю, оно больше не повторится. Конечно, не повторится. Да потому что ты уволен! Мне директор под статьей не нужен. Кирилл Евгеньевич, ну, вы меня знаете 100 лет, к чему все это? Сказал же, исправлю. Так, Антон, собирай свои вещи и давай на выход. Давай, давай! Спасибо вам, столько всего хорошего про папу сказали. Ну, первая недержка будет. Ты заходи, если что-то понадобится, или просто поговорить. Может, все-таки возьмете пару отгулов? Не надо. Спасибо, Сергей Викторович. Ну, как знаете, в любом случае, завтра раньше 12 не приходите. Это приказ. Саш, по поводу поисков Ирины, я предлагаю начать с СЖ по адресу, где она была прописана. Может, так узнаем, куда она переехала. Я завтра за тобой заеду. Хорошо. Я тоже, пожалуй, пойду уже. Ален, пожалуйста, побудь еще немного. Мне как-то не по себе. Ладно, ну давай хоть прибраться помогу. Спасибо.
А что у тебя с Антоном? Он как-то быстро с кладбища уехал. У него дела. Знаешь, еще недавно мне казалось, что в мире нет мужчины лучше него, а теперь, не знаю, как будто пелена с глаз упала. Стала замечать все его недостатки. И дело даже не в этом, они у всех есть. Просто разлюбила? Вдруг поняла, что никогда и не любила. Да, он заботливый, щедрый. Знаешь, мне иногда кажется, как будто он играет со мной в какую-то игру. Вынуждает сделать неверный ход. И что теперь? Ты же говорила, он предложение тебе сделал. Связать с ним жизнь, стать его женой. Нет, я не хочу. Ты уверена? Подумай. Он парень хваткий, не бедный. А любовь, ну, да куча людей в браке без нее живут. Дело привычки. Нет, это не для меня. Мне просто нужно собраться с духом, поговорить с ним на чистоту. А может, дело в Григории? Я видела, как он на тебя смотрит. С Гришей у нас могут быть только дружеские отношения. Я тебе еще не рассказывала. Он мой брат. Брат? А назовите еще раз имя и фамилию. Нечаева Ирина. Нас интересует ее нынешний адрес. Понимаю. Так, ну смотрите, здесь только указано то, что в 1996 году она выписалась из квартиры. А можно узнать, куда именно? Ну, выяснить, в принципе, можно. Нужно поднять старую базу, потратить время. Мы будем вам очень благодарны. Как только будет у меня информация, сразу дам вам знать. Снежана, как дела? Если честно, Сергей Викторович, то не очень. Какая-то затянувшаяся черная полоса. Я все надеюсь, что что-то изменится к лучшему. Но... А, выпейте-ка кофе. Это вас взбодрит. Спасибо. Я постоянно чувствую себя виноватой. И очень несчастный. Ничего не могу с этим поделать. Ну, этому я могу помочь. Как? Хочу поручить вам новый проект. Перевод последнего романа. Жиля. Леградинье? Леградинье. Это займет все ваше свободное время и ум, и будет не до жалости к себе. Пойдемте, я передам вам файлы. Бармен, девушки. Повтори мне двойной. Ого, разошелся. Ты что, основательно решил надраться? А хуй бы так. У меня все зашибись! Зашибись, как хреново. С работы труны. Следак этот еще напирает. Да не загоняйся ты так. Это всего лишь временные трудности. Ну что, ты со своим опытом работы не найдешь, что ли? Да им плевать на мой опыт. Клубный мирок – это тесный мирок. Уже слухи пошли. И Колян, тварь, меня же не просто поставил. Ему хватило мозгов в бухгалтерию эту записывать. Теперь от меня менты точно не отстанут. Тебя что, реально посадить могут? Руки короткие. Не из такого дерьма вылезал. Пока есть деньги, любые проблемы можно решить. Слушай, а ты заметил, что как только у тебя черная полоса пошла, Снежаночка твоя сразу соскочила. И только я всегда рядом. А ты этого дурачок не ценишь. Снежана меня любит. Да как же любит? Забила она на тебя. И нужен ты только тогда, когда у нее какие-то проблемы. Если есть деньги, давай свалим. Снежана твоя отстой. А я тебе детей рожу. Буду с тобой в горе и в радости. Послушай меня, дорогая. Я, если с кем-то поеду, то только с ней. В таком виде? В каком? А,
поэт. А что? Я тебе таким не нравлюсь. Антон, тебе лучше поехать домой, я сейчас вызову тебе такси. Да подожди ты. Такси-то. Я к тебе тут со всей душой. Ты такси, такси. Я сюда пока шел, вообще думал, как тебе из этого болота вытащить. Ты о чем? Снежа. Поехали за границу. Отец тебя уже здесь не держит. Здесь нечего ловить. У меня есть бабки, не переживай. Много бабок. Я все нам устрою. Заживем. Антон, пожалуйста, едь домой. Протрезвей. Завтра мы обо всем поговорим. Да нет. Надоело мне. Надоело, что ты меня вот это завтрак кормишь постоянно. Появлением этого Гриша у нас с тобой как-то все не клеится, да? Че вообще решила? Ты думаешь, я перед тобой на цыпочках ходим? Братца твоего вечно терпеть или что? Не надо никого терпеть. С ним или без него у нас бы с тобой ничего не получилось. Ух ты как. Еще почему? Да потому что мы с тобой друг другу не подходим. Вот знаешь, в чем проблема? Не подходим друг другу? То есть сначала твой отец нам палки в колеса ставит, потом этот придурок пудрит тебе мозги с поисками родни. А ты вообще в курсе, что ты из-за него твой любимый папочка в ящик сыграл? Господи, что ты несешь? Да потому что он как узнал, что ты не в командировку поехала, а в Березовку, родню свою искать, так и сердечко не выдержал. Зачем ты ему сказал? В смысле, зачем? Ты попросила позвонить, я позвонил. А что мне нужно брать? Пошла вон! Тут прекрати! Прекрати, я сказала! Я еще не закончу. Туся, я все решил. Едем вместе. Снеж, ну все, успокойся. Он больше не вернется. Он чудовище. Забудь. Все. Знаешь, хорошо, что я заехал. Я не хотел говорить по телефону. У меня есть адрес твоей мамы. И где она живет? В соседней области, это недалеко отсюда. Мы можем к ней поехать в любой момент. Посадочный распечатала? Да. Ну куда ты суешь дальше? Ну, давай только без нервов. Добрый день, гражданин Куприянов. Добрый день. Вот к знакомой на дачу собрались. В другой раз. Вот постановление о вашем задержании. Ознакомьтесь. Прошу следовать за мной. Вам кого? Ирина Нечаева, это вы? Я. А вы кто? Здравствуйте. Я ваша дочь. А я Григорий.
проходите, садитесь. Я вас сейчас чаем с пирогом угощу. Никакого повода не было. Вот как чувствовала сегодня, испекла. Если бы мы на вас зло держали, мы бы сюда не приехали. Мы все знаем. Тетя Галя нам со Снежей все рассказала. Со Снежей? Меня в детском доме Снежаной назвали. Так получилось, что Галина, она не смогла передать вашу записку. Вот оно как. Ведь я Наташу искала. Вы меня искали. Как Галя тебя унесла, я уехала на следующий же день. Я думала, на новом месте пить перестану. На ноги поднимусь и заберу вас обратно. Не сразу все у меня получилось. Был момент, я даже хотела наложить на себя руки, но Бог отвел. И я тогда решилась все изменить. Я выучилась на парикмахера. Я устроилась на работу. В общем, я выправилась. И вы вернулись за нами? Опоздала я. Тебя уже Слава в свою новую семью забрала, Наташу. Но мне так сказали, что хорошая семья из Прибалтики удочерила. Да я сейчас понимаю, что это была другая девочка, не моя. Но данных мне, естественно, никто не дал. Вот тогда я решила, что это наказание за мои грехи. Сколько же горя вы пережили, мама. Ты пирог с чаем обещал. Да, да, конечно. Конечно, пойдем. Вот. Их я все же считала мамой и папой. Как тебе с ними жилось? Замечательно. Они все для меня делали. Я им очень благодарна. Да. Такую хорошую девочку вырастили, значит, и сами были хорошими людьми, светлая им память. Очень вкусный пирог. Ешь на здоровье. Гриша на своего отца в молодости очень похож. А вы на Снежану. Такая же красивая. Я вижу, вы нравитесь друг другу. Да. Хороший у меня брат. Но он тебе не брат. То есть... Гриш, ты меня прости, конечно. О покойниках плохо не говорят, но что было, то было. Мы с твоим отцом трудно жили. Меня ревновал к каждому столбу, а сам изменял направо-налево. Не выдержала я. Отплатила ему той же монетой. То есть и отцы у нас разные?
Да, однажды на стройку, где я работала, приехал молодой парень, студент. Ну, подработать решил на каникулах. Мы влюбились. Месяца полтора повстречались. И когда Сережа уехал, его Сергеем звали. Я поняла, что беременна. Славе сказала, что это его ребенок. Остальное все вы знаете. Так это же все меняет. Мы теперь можем быть вместе. Гриш, подожди, давай не будем торопиться. Слышь, ну почему? Я тебе не брат, ты мне не сестра. Мы любим друг друга. И больше можем себя не ругать за эти чувства. А вдруг это опять какая-то ошибка? Все так стремительно меняется, я уже ни в чем не уверена. Так это очень легко проверить. Можем сделать генетическую экспертизу и понять, родня мы друг другу или нет. Я об этом не подумала. Когда приедем в город, зайдем в лабораторию? Ну, результат нам сразу не скажут. Придется подождать еще, не знаю, 2-3 дня. Это были самые долгие дни в моей жизни. Соловей. Сергей Викторович, до завтра. Снежана, я хотел с вами обсудить один срочный заказ. Вот его только что подтвердили. Я готова, только мне нужно маму предупредить. Она ко мне в гости приехала. Сейчас как раз на вокзале берет такси. Маму? Да. Я нашла свою родную маму. Это прекрасно. Знаете что? А пускай она сюда приезжает, полчаса здесь посидит, кофейку попьет, но мы с вами пока работу закончим, а я вас потом обеих домой отвезу. Хорошо. Хорошо. Если они хотят подавать материал в такой форме, сделаем, как они настаивают. Ну, в данном случае мы заложники ситуации. И к тому же заказчик всегда прав. Не всегда, Сергей Викторович. С приездом, мам. Знакомьтесь, это и есть моя мама, Ирина Валерьевна. А это мой руководитель, Сергей Викторович Копылов. Я и не предполагал, что у меня есть дочь. Я думала, ты уехал, забыл меня. Не забыл. Я уехал, потому что начались занятия в университете. Много думал о тебе, вспоминал, понял, что это не просто увлечение. Через полгода решил вернуться, и я тебя искал. Да, я адреса твоего не знал. А стройка, где мы познакомились, закончилась. Я пытался найти кого-то из бригады, но не смог. Если бы я знала, что ты меня ищешь, вся жизнь могла иначе сложиться. Это же удивительное совпадение. Вы ведь все студенчество меня опекали. И с работой помогли. Может, это не случайно? Ты знаешь, я сразу в своей группе среди всех студентов отметил студентку, которая неуловимо напоминала мне тебя. И я стал выделять ее среди других. Может быть, это на уровне подсознания. Слушайте, давайте поужинаем вместе. Давайте. Доченька, ну давай я помогу. Сидите, сидите, мы сами справимся. Сейчас будем чай пить. Завидую тебе. Вы столько времени провели вместе. Мне еще только предстоит узнать мою дочь. Ничего, мы наверстаем. Теперь мы будем часто встречаться. А может быть, поедемся вместе в путешествие? Отличная идея. Я думаю, тебе удастся договориться об отпуске со своим начальством, правда? А мы с Ириной Валерьевной подстроимся. А приезжайте ко мне. В прошлом году я купила домик в небольшой деревне.
Сказочные места. Лес, озеро рядом. Вот и договорились. Все, едем в деревню. Угу. Я хотела сказать, что сегодня впервые после смерти приемных родителей я вдруг снова почувствовала себя в семье. Гриш, у тебя ведь тоже где-то есть мама. Да, она ушла от вас с отцом. Но, возможно, она сожалеет об этом. Может быть, ее найти и поговорить с ней? Я над этим подумаю. Дорогие мои, я хотел бы почтить память приемных родителей и нашей дочери. Александра Алексеевича и Оксану Константину. Они были твоей опорой и давали тебе тепло, когда нас не было рядом. Земля им пухом. Помнишь, как мы со стройки сбегали гулять? Да, разве такое забудешь? Я сейчас вспомнила, как ты однажды цветы для меня прямо с клумбы возле городской администрации нарвал. Ну да, и чуть бы в милицию не загремел. Я так испугалась тогда. Вот, казалось бы, мелочи, но именно они застряют вот такими маленькими осколками счастливых моментов. От них на душе теплее. Знаешь, меня весь вечер не покидает мысль, что если мы вот так вот встретились, может быть, нам начать все сначала, вернее, продолжить. Ты прав. Хотя я все еще не верю, что мы вместе. Ты поверь. Уже открыл? Нет, тебя ждал. Открывай, открывай, смелее. С вероятностью 99,9% близкое родство как по материнской, так и по отцовской линии исключено. Что и требовалось доказать? Все, Гриш? Нет у тебя сестры. А учительница французского хоть осталась? Да, мой любимый ученик. Ничего не понимаю. Ей же с тобой еще заниматься и заниматься. Но у тебя будет достаточно времени. Но главные слова я помню. Это какие же? Je t'aime. Люблю тебя. Je t'aime aussi. И я тебя люблю.